Всем хаки-хаки, привет, друзья, пусть вам всем солнце светит, как на Ямайке. Итак, друзья, будем сегодня высовывать елки, которые мы закопали в тканевые горшки на зимовку. Таким образом мы их закапываем, оставляя сверху 1/3 горшка. Это хорошо для зимы закапывать, когда на зимовку закопали их, пролили, и вот так вот вода, скажем так, сохраняя свою влагу внутри, в них. Скажем так, то есть частый полив, в частном поливе они не нуждаются. Есть еще классная такая вещь, это воздушная подрезка корней. Допустим, сейчас это вытянем. Так, есть тут? Вот. Вот тут такие вот корешки, вот эти вот мелкие. При отсыхании этих корешков, которые вышли сюда наружу, вот так вот они, ну или их руками можно убирать, или они от воздуха сами отсохнут. Но внутри самого горшка от этого корешка пойдет еще кучу-кучу маленьких разненьких корешков. Скажем так, по сути, корневая система — это огромная такая паутина, которая при отсыхании здесь корня развивается 5-6 корней дальше там, и так дальше, и так дальше. Что еще отличается они от пластикового горшка, что когда корневая система в пластике упирается вниз или в бок, она, скажем так, закручивается в пластике. А в грубагах такого нет. У них корневая система развивается плавно по мере своего осыхания, когда вот воздушные подрезки. То есть вот такие вот тканевый горшочек Growneek вы можете заказать, перейдя на посылочки внизу, сайтик будет. Подписывайтесь в группу, в инстаграмчик, в телеграмчик, в вайберочек. Все там ссылочки будут внизу. Ну а мы сейчас продолжим вот это, когда вот высунем все. И будем заниматься НФТ-системкой, подготовкой. Надо будет еще копать в бак, подобрать насос, который будет вытягивать на высоту 2,20. Надо будет еще доделать каркасики, обшить его агроволокном белым. Есть чем заняться. А вы пока напишите комментарий, как вы думаете. Хаки, привет, друзья, пусть вам всем солнце светит, как на Ямайке. Смотрите, друзья, сейчас будем делать воздушную подрезку и плюс еще водную подрезку сделаем. Вот это вот корешки мы выкопали, горшочки, точнее, мы их закапывали на зиму, оставляли 1/3, а остальное все было закопано. Вот это вот вышли корешки от вот этих вот елочек, микро вот эти маленькие. И сейчас мы их будем, точнее, мы их выкопали, постояли они на солнце, просохли. Вот это вот называется воздушная подрезка корней. Когда вот этот корень здесь отсыхает, то внутри горшка развивается еще там 3-4-5 вот этих вот, скажем, плоскостей корневых. Это вообще такая, по сути, классная такая паутина вся. Это как корневая система, она как паутина устроена. Здесь отсыхает, там нарастает. А в тканевых, в пластиковых горшках, такого нету. Потому что корень упирается в стенку или вниз, или в стенку. И начинает как бы закручивание корневое происходить. А в грубагах такого нет. Корневая система развивается равномерно по всей плоскости горшка. Сейчас мы, короче, будем делать воздушную подрезку и водную подрезку. Итак, начинаем делать воздушно-водную подрезку корневой системы. И вообще, как бы, в принципе, помоем горшки от вот этой вот предыдущих кусочков этого. Они отлично промываются. Но самый раз прольется еще внутри сама земелька. Таким образом промываем все горшочки. Опа. Горшочек с клубничкой. Клубничка растет. Сейчас уже некоторые кустики начали цвести. Вот такая вот, друзья, была. Вот таким образом можно применять воздушную подрезку, водную подрезку. Можно закапывать тканевые горшочки. Можно их потом выкапывать обратно. Так само, допустим, после каждого цикла их можно промыть, полоснуть, постирать и до следующего, допустим, выращивания растения.
Ну так вот, друзья, если вам понравился видосик, поставьте лайчик, пальчик, подпишитесь на каналчик, подписывайтесь в Телеграм, в Инстаграм. Все ссылочки будут внизу. Не забывайте приобретать тканевые горшочки и груни. Всем вам, друзья, классного, хорошего урожая!